том, что мы очищены навсегда о вечном омовении. Начнем с 4 стиха. But when the kindness and the love of God our Savior appeared, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior, so that having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. Он спас нас баней возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. So that's the act of God that occurs, that takes us off the island of sin over to new life in Christ. Вот то, что здесь описано, это действие Бога, которое как раз позволяет нам уйти с острова греха и перейти к новой жизни. Which then leads us to 1 John 1:9 is a daily action on our part in confessing our sins and keeping our fellowship strong between us and our Heavenly Father. Однако в первой главе первого послания Иоанна, в 9 стихе, говорится о том, что мы должны очищаться единственно, фактически, исповедуя свои грехи, для того, чтобы поддерживать общение со своим Небесным Отцом. In America, people who have come to faith in Christ out of a Catholic background. В Америке те люди, которые раньше были католиками, а потом уверовали в Иисуса Христа, say, I no longer have to go to confession. Говорят, что больше мне не нужно ходить исповедовать свои грехи. I'm free from confessing my sins to the priest. А теперь я уже свободен от этого, и мне не нужно ходить к священнику на исповедание. But the concern I have is, do we stop confessing? Однако у меня возникает другой вопрос. Нужно ли переставать исповедовать грехи? Now the suggestion that I've heard is that in the evening we review our day and confess our sins together. Я вот слышала о том, что было вот такое вот предложение, что по вечерам, когда ты просто обдумываешь все, что прошло за этот день, ты можешь обратиться к Богу и исповедать те грехи, которые за день произошли. It's easy to review the day. А потому что легче посмотреть на то, что произошло в течение дня. And just stop and say, God, you, either the Holy Spirit has convicted me, I'm aware of, I should not have said this, I should not have said that. А и тогда вы можете обратившись к Богу, если Святой Дух вас обличил, признаться ему, что не нужно было делать этого, не следовало мне говорить вот такие слова. Do I need to go to somebody and express forgiveness? Or ask forgiveness? Нужно ли мне пойти кому-нибудь и высказать свое прощение или попросить прощения? My twin brother just used to drive me half crazy. He was always saying, "I'm sorry." А вот у меня есть брат-близнец, и он просто меня с ума сводил тем, что постоянно извинялся. Я все время говорил: "Извини меня вот за это, извини за то." He had a sensitive conscience. То есть у него была очень чувственная совесть. I may have had the same conscience, but I wasn't acting on that conscience. А может быть, мне досталась та же самая совесть по наследству, однако я не всегда следовал своей совести. I think, would you just stop? И иногда я просто говорю: да перестань, да хватит извиняться. That has to do with our willingness to confess our sins one to another. То есть это вот имеет отношение к тому, что разные люди по-разному имеют желание исповедовать свои грехи перед другим человеком. MacArthur says at that point that 1 John 1:9 is confessing our sins to God. И вот МакАртур говорит, что в первом послании Иоанна, в первой главе, в 9 стихе, говорится о том, что мы исповедуем грехи именно Богу. But we have a passage in James chapter 5. Однако в послании Иакова, в 5 главе, есть такой фрагмент, which speaks of confessing our sins one to another. Где говорится о том, что исповедуйтесь друг перед другом. How do we put those together? А как же нам согласовать вот эти два стиха? Признавать друг перед другом в проступках. 5 глава, 16 стих. Как нам связать вот эти два стиха?
Ну, конечно, наверное, первоначально должно быть исповедание перед Господом. И тогда у нас, наверное, будет возможность и сила подойти непосредственно к человеку, Я с этим соглашусь. We work on the vertical relationship. Сначала мы с вами должны вертикально, так скажем, уладить наши отношения. To prepare me to work on the horizontal relationship. Отношения с Богом, да, для того, чтобы подготовиться уладить отношения уже в горизонтальной плоскости с другими людьми. Now, if Nels was here today, he would have a discussion regarding the 12-step program. Если бы здесь был Нельс, то он бы, наверное, поговорил с вами о 12 шагах, о программе 12 шагов. But that is one program that speaks of confession. Потому что в этой программе также речь идет об исповедании. My name is Jim. Начинается все вот с таких вот слов, да, например, меня зовут Джим. I'm an alcoholic. Я алкоголик. I've been sober for 12 hours. Я вот не употреблял алкоголь, а уже 12 часов. What's acknowledging? То есть это как бы признание, да, это исповедание. One, you need strength beyond ourselves. Естественно, что ж, даже чтобы вот эти слова сказать, необходима сила. And be honest about the length of time since you had your last drink. И, например, честно нужно признаться, когда вы действительно в последний раз выпивали. So I had the joy last December of visiting with a former church member. И вот в декабре я встречался с одним бывшим членом церкви. He took my hand and held it firmly. He did. Он взял вот меня за руку. Поприветствовал так тепло. He said it's been 13 years, 24 days and 6 hours. Он сказал, уже 13 лет, 24 дня and 16 hours и 16 часов. But I've been sober. С тех пор, как я не употребляю алкоголь. На протяжении этого времени я трезвый. And I remember the day when he was not going to go to treatment. И я вот помню тот день, когда он не хотел избавляться от этого. But he was convinced to do otherwise. Но потом все-таки был облечен, получил такое убеждение, что пора лечиться. And by making that statement, he's really affirming the power of God to live a life. И вот, делая вот это вот утверждение, когда он говорит, сколько лет и часов он не пьет, а он просто этим тем самым исповедует Божью силу, Божье могущество. So also within the 12-step program, we have other steps that lead us in the direction of confessing sin to others. Также вот в 12 шагах в этой программе есть еще и другие шаги, в которых говорится о том, как нужно исповедоваться, признаваться другим. And we'll get to that. That basically is one of the means of helping us forgive ourselves for the sins of others. И мы вот с вами будем говорить об этом, потому что это еще один из способов, как нужно прощать и других, и самого себя за те грехи, которые ты совершил в своей жизни. Now, confessing sin does not mean that we have all consequences of sin removed in our lives. Однако исповедание греха вовсе не означает, что удаляются после этого все последствия греха. David is a primary example. Примером этого служит Давид. Psalm 51. Psalm 32 is probably the start of Psalm 32. Наверное, лучше все-таки начать с 31-го псалма. Blessed is he whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man whose sin the Lord does not count against him, and whose spirit is no deceit. Первые и вторые стихи. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не изменит греха, и в чьем духе нет лукавства. When I kept silent, my bones wasted away through all my groaning all day long. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Day and night, your hand was heavy upon me, my strength was sapped as in the heat of summer. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего.
Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. One reason some people drink as heavily as they drink is to free themselves from the memories, the painful memories. Одна из причин, по которой многие люди начинают пить, это заключается в том, чтобы освободиться от чувства вины и от воспоминаний, которые преследуют. Psalm 51. А теперь 50-й псалом. Familiar song for us. Для нас, для всех, это известный псалом. His prayer. Это молитва его. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out all my transgressions. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. 3 стих. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Those of you who prepare sermons, a sermon you might start finding in terms of just the times where wash and cleanse is mentioned. Те из вас, которые будут готовить проповедь, например, на эту тему, то вы можете обратить внимание на эти вот места, потому что здесь снова говорится о омовении и очищении. Verse 3, for I know my transgression and my sin is always before me. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. The Holy Spirit is keeping that conviction in his heart. Святой Дух обличает его в сердце его, поэтому у него такое убеждение. Then he's saying, against you only have I sinned and done what is evil in your sight, so that you are proved right when you speak and justified when you judge. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. He does not have any argument against what God is doing. Другими словами, он не спорит о том, что делает Бог. Verse 7. Не противится тому, что делает Бог. Далее. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Verse 7. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. 9 стих. Let me hear joy and gladness, let the bones you have crushed rejoice. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобой сокрушенные. Hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. So he's asking for those sins to be taken away. То есть он просит о том, чтобы эти грехи были удалены от него. And something replaces that in terms of a pure heart. А и чтобы вместо них появилось нечто другое, пришло на замену. Это сердце чистое. Do not cast me from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore me to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will turn back to you. Не отвергай меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Now that's a personal confession. То есть это личное исповедание. He is not asking anything in regard to consequences. А он ни о чем не просит взамен своего исповедания. Он не просит, чтобы последствия как-то были устранены. And what were some of the consequences of his sin? Какие были последствия его согрешения? Ребенок умер. The first child that was conceived in the relationship with Bathsheba and David died. Вот первый ребенок, который появился в результате отношений Версавии и Давида, умер. But the second one. А второй? Was Solomon. Вторым был Соломон. Второй был Соломон. He became the king. So you have justice. То есть вы видите здесь справедливость. And you have grace. И благодать. Somebody says in the Old Testament there isn't grace. There's grace in the Old Testament. Solomon was birth. А некоторые люди говорят, что в Ветхом Завете вообще не присутствует благодать. Однако рождение Соломона это как раз благодать. But then the next child. Но следующий ребенок. You've got Absalom. Это Авессалом. Not exactly the picture of the way you'd like your children to grow up. Не совсем такой ребенок, которого вы хотели бы, например, чтобы он таким вырос. Right. I mean, there's just the consequences there. Снова последствия. That
Come either from the hand of God or allowed from the hand of God. Которые либо были от Бога, либо были допущены Богом. And as we see here, God forgives David. Здесь мы с вами видим, что Бог прощает Давида. And you have that statement in Psalm 102. A praise for forgiveness. Praise the Lord, O my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires for good things, so that your youth is renewed like the eagles. Благослови душа моя Господа, и не забывай все благодеяния Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя. Verse 8. Далее, 8 стих. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so He has removed our transgressions from us. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Now that has something to do with our personal forgiving ourselves. А вот это имеет отношение также и к теме прощения самого себя. Corrie ten Boom says he takes it as far as the east is from the west. Corrie ten Boom писала о том, что Бог удаляет наши грехи так же далеко, как восток от запада. And then he put a sign beside the lake, no fishing allowed. И потом это вот как бы такая иллюстрация. Потом это он бросает их в море, можно сказать, в озеро на дно глубоко, и потом вывеску такую ставит: не рыбачить, то есть не вылавливать свои грехи. So he does not want us to dig up things that have already been. То есть Бог не желает, чтобы мы выкапывали то, что было сделано раньше. There's a temptation to do that. Есть такое искушение покопаться в воспоминаниях. Particularly if we know something about a person that we know, the person that we're talking to does not know about him. Особенно это бывает тогда, когда, например, вы разговариваете с каким-то человеком. И вот этот человек не знает о другом человеке чего-то, то, что вы знаете. Or people will say, do you want me to tell you about him? Или люди, например, спрашивают, ты хочешь, чтобы я рассказал тебе про этого человека? Why do you want to tell me about it? Почему ты, собственно говоря, хочешь о нем рассказать, о том, что он сделал? Because I feel good about being a gossip. Потому что мне нравится рассказывать о том, что делают другие люди. Мне нравится сплетничать. And I figure every pastor should be aware of sheep in his flock. И я думаю, что вот каждому пастору нужно остерегаться таких овец в своей пастве. So then you will know how to handle your sheep. И нужно знать, как руководить овцами. What has been forgiven, why are you dragging that back? Если это уже прощено, то зачем нужно за собой вот этот груз тащить? I think we have a very difficult task of having somebody who has just a strong desire to be a gossip and keep them from destroying other people in very subtle ways. У нас очень такая вот большая ответственность и трудная задача каким-то образом повлиять на тех людей, которые не могут сдержаться, любят они посплетничать, любят они о других людях поговорить, потому что это приводит к очень плачевным результатам церкви. Это разрушает церковь. Pastor, you need to know. Они обычно говорят, пастор, ты должен знать. Why do I need to know? Зачем мне это знать? For your own well-being. Для собственного блага ты должен знать о грехах того человека, и ради других тоже должен узнать. Now, I would agree that there are sometimes we need to be forewarned. Хотя, конечно, я соглашусь, что есть случаи, когда нам нужно прислушаться к предупреждению. Нас предупреждают о каком-то человеке.
There were times when I would stop and say, God, forgive me for listening to the gospel. Иногда я просто вот даже молился и говорил, Боже, прости меня за то, что вот я сейчас выслушал эту сплетню. Then to go to the individual and say, I really am convicted by God for listening to what you shared. И потом я могу вот пойти к этому человеку, который мне рассказал, сказал, что Бог меня обличил уже даже за то, что я просто выслушал то, что ты мне рассказывал. Because I'm helping perpetuate that story. Потому что таким образом я просто помогаю задушить на корню распространение вот этой вот истории, если это сплетня. ТВ-семинаре – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Теперь мы с вами откроем послание Колоссянам 3 главу и посмотрим, что там говорится о прощении друг друга. We have just kind of twin passages between Colossians 3 and Ephesians chapter 4. У нас есть такие параллельные фрагменты, можно сказать, фрагменты близнецы послания Колоссянам и послания к Ефесянам. And it really ties in with this illustration. И вот эти фрагменты, они как раз связаны с этой иллюстрацией об острове греха. Because it's talking about the old life and what the old, was present in the old life. Потому что здесь говорится о прежней жизни, о том, какой она была. In Colossians chapter 3, verse 5. Например, в 3 главе послания к Колоссянам, в 5 стихе. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Написано, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Verse 8. Далее, 8 стих. But now you must rid yourselves of all such things as these, anger, rage, malice, slander, filthy language from your lips. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. And a lot of the lack of forgiveness produces this anger and rage and И вот дело в том, что отсутствие прощения, когда вы не прощаете, да, как раз приводит к таким вот и описаниям. Гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие. Verse 12. Далее, 12 стих. Therefore, as God's chosen people, holy and beloved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, милосердие, благость, веренномудрие, кротость, долготерпение. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. That's a command. А это повеление. Christians need to be known as forgivers. А христианам должны говорить, они прощают друг друга. We're not keeping, you know, long records of wrongs. То есть христиане не должны записывать грехи других людей, то есть чтобы их помнить. And we are going to release people as we have been released by God. И они освобождают тех, кто согрешил против них, а также как Бог освободил их, как также как и Бог простил их. So what happens when we don't forgive? А что же происходит, когда мы не прощаем? We're going to be living out something that was expressed back here. Мы будем жить с вами в соответствии с прежней ветхой жизнью, как на этом острове. In the old life that was ours before we were redeemed. То есть мы будем жить так, как мы жили до того, как были искуплены. Now, at this point, I'm going to say there are settings where it is very, very, very difficult to forgive. А я должен, конечно, сказать, что есть такие ситуации, есть такие случаи, обстоятельства, когда очень сложно простить другого. It will take time. Для этого потребуется время. It will take God's help. И потребуется Божья помощь. But at least the intent of our heart would be that wound would heal and
that person be forgiven. Но, по крайней мере, желание сердца такое должно быть в человеке простить и исцелить вот эту вот рану и простить другого человека. We'll talk about that later. А мы еще об этом будем говорить. I'll go back to Ephesians chapter 4. А сейчас откроем послание к Ефесянам, 4 главу. Verse 29, do not let any unwholesome talk come from your mouths, but only what is helpful for the building up of others according to their needs, that it will, may benefit those who listen. Никакое гнилое слово, 29 стих, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. And do not grieve the Holy Spirit of God. И не оскорбляйте Святого Духа Божия. So that ties in with the grief that God is experiencing when we are sinning. То есть вот эти вот поступки как-то связаны с оскорблением Святого Духа. И это происходит, когда мы согрешаем. Do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, slander, along with every form of malice. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. I have known people who came to church and put on a very good face. А я знаю тех людей, которые приходят в церковь и ведут себя как приличные люди. You would think they were kind and gentle. И вы думаете, что они добрые, нежные. But they live double lives. Однако они ведут двойную жизнь. The life in the church was not the life that they lived at home. Дело в том, что они ведут себя как прилично в церкви, однако дома ведут себя совсем по-другому. Now I would have somebody that I would say he's really his life is being transformed. Например, новообращенный человек приходит, и я говорю, что жизнь его преобразилась во Христе. Then his wife would come in to talk to me. А потом приходит его жена, хочет со мной побеседовать. He said he is the same angry man that he was before he came to Christ inside of our home. И она говорит, что касается церкви, может быть, а вот когда он дома, каким он был злым. Как он сердился до того, как уверовал в Христа, так он и до сих пор злится. The children are still afraid of him. Дети до сих пор его боятся. Because things have not changed at home. Потому что дома ничего не изменилось. Он дома совсем, он такой же, как и раньше. I would call him and say we need to talk. А тогда я звоню этому человеку и говорю, что нам нужно с тобой поговорить. Either you have not been regenerated. Либо не произошло никакого возрождения. Or you do not know how to live inside this family in any other position other than race. Либо ты просто не знаешь, как нужно себя вести в семье, и думаешь, что там всегда нужно быть злым и яростным. Now, some of those individuals accepted help. Некоторые такие вот люди, они готовы были принять помощь и измениться. And some did not. А некоторые не хотели этого. But the issue is if it's genuine, it's going to need to spread throughout entirety of a person's life. No, просто если if it's a real yeah. А если обращение было истинным, если покаяние было истинным, то оно должно затрагивать все сферы жизни этого человека, то есть охватить человека полностью. Verse 32: Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ. In Christ God forgave you. И 32 стих. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. So we have just parallel passages, basically. Вот это вот два параллельных фрагмента. Do we forgive as we have been forgiven? Но прощаем ли мы так, как Бог простил нас? Да прощаем, куда деваться. Прощаем. We do. What else can we do? Well, I think there's truth in that statement that we don't have a lot of choice. Да, можно сказать, что выбора у нас не так уж и много, да, в данном случае, если исходить из Писания. But I also know that in settings of revival within people's lives, when a revival comes, there's a tremendous conviction of sin.
and a desire to confess that sin. Но с другой стороны, я также еще знаю, что вот когда происходит возрождение в душе человека, и когда он четко начинает осознавать свои грехи, по-другому их воспринимать, то появляется и огромное желание эти грехи исповедать. So we had a camp, a youth camp one summer. Однажды летом мы проводили молодежный лагерь, летний лагерь. 3 o'clock in the morning, some of the young people said, "We can't sleep. Can we go to the chapel and just pray?" А в 3 часа утра несколько молодых людей сказали, что нам не спится, можно нам пойти и помолиться. Then at 3 o'clock in the morning. Я подумал, 3 часа утра. The Holy Spirit moved among them. Однако Святой Дух обличал их в это время. Guess what? 100% of them wanted to do. А и что вот? Они больше всего хотели в это время сделать. Call home and talk to mom and dad. Они хотели позвонить домой и поговорить с мамой и с папой. Crying. И они плакали. Pleading for forgiveness. Просили прощения. Asking forgiveness for the pain that they brought into their parents' lives. И просили прощения за то, что доставили столько проблем своим родителям и столько боли. Where does that come from? Откуда все это? Почему? Что их побудило это сделать? It's the ministry of the Holy Spirit. Это служение Святого Духа. This kind of stuff accumulates, and we just allow it to accumulate. Что-то в нашей жизни собирается, и мы позволяем этому накапливаться и накапливаться. We may feel guilty about it. А может быть, мы чувствуем себя виноватыми. If I'm 15-16 years of age, I'm certainly not going to want to tell my parents about it. Но если мне 15 или 16 лет, то даже если я что-то там совершил, родители это будут последние люди, кому я признаюсь. Until the Holy Spirit gets hold of me. Если только Святой Дух меня не обличит и не побудит это сделать. Чтобы прощение произошло, нужно много факторов. Мы не можем подходить к ситуации шаблоном. То есть, большое значение имеет духовный рост. Человек 10 лет в церкви, или человек 10 дней или месяц в церкви. Большое значение имеет. Опять-таки, каждый вышел из своей среды, прежде чем пришел в церковь. Кто-то воспитался в нормальной семье, и для него нормально прощать. Кто-то был постоянно ущемлен и болезненно к этому относился, и ему сложно прощать. В таких случаях всегда необходим или консультант, или душевный учитель, или какая-то группа поддержки, чтобы помочь человеку простить. Вот эта позиция очень хорошо рассматривается в книге «Миротворец». One thing I think happens in the church when new believers come in. Я думаю, что когда в церкви появляются новообращенные, происходит. Things get messy because they don't know how to act if they're not born and raised in the church. Нарушается порядок в церкви, потому что новообращенные они чаще всего не знают, как себя вести. They're confessing sin. And we're saying. А, например, они у них огромное желание исповедовать грех, они исповедовали свой грех, мы о нем узнаем, и нам этого не надо. You know, that should be in private, maybe not so public. А мы говорим, о таких вещах лучше публично не говорить, вот так вот, может быть, наедине с кем-нибудь. And we're basically in many ways quenching, I think, the work of the Holy Spirit. И вот иногда мы такими своими поступками просто препятствуем служению Святого Духа, мы его угашаем. I think you've known people who have repented, and when they're praying their prayer of repentance, they're praying things that we're saying, oh my. И, может быть, вы присутствовали в такие вот моменты, когда человек выходил каяться, и во время своего покаяния начинает перечислять такие свои грехи, что вы просто диву даете, думаете, как же так. And then that person says to the pastor, "You told me to repent." И потом он говорит, когда я говорю, зачем ты так обо всем об этом говоришь, но он говорит, обращается к пастору, ты же сказал, что мне нужно покаяться. Well, that's what I'm doing. И я, собственно говоря, это и делаю. I'm gonna stop there on that one. Да, давайте вот на этом остановимся, на этом моменте. Okay, we're going to Matthew and Peter's question now. Евангелие от Матфея,
Another 18th chapter. 18? Yeah, Matthew 18. 18 глава Евангелия от Матфея, где Петр задает вопрос. How many times are we going to forgive? Итак, сколько же раз нужно прощать? My grandmother makes whiskey. Моя бабушка делает виски. She gives it to my dad before he comes home. When he leaves work on his way home, he stops at his mother's. Папа возвращается домой, а он останавливается у бабушки, заходит к бабушке по дороге. И перед домом, значит, выпивает у бабушки виски. Вместе они напиваются. And dad stumbles in the... И потом папа еле-еле доходит до дома. Hungry. Он голодный, естественно. Want something to eat. Хочет что-нибудь покушать. Where's my food? И начинает кричать, где ужин, где еда? Your food was here 4 hours ago. А ему отвечает, еда была на столе 4 часа тому назад. Я тебя ждала. And we're off and running. What's off and running? I mean, it's a daily... это происходит почти каждый день. How many times do I need to forgive that woman? Сколько же раз мне нужно прощать вот эту женщину, которая его спаивает? If I'm a wife. Если я, например, жена. Or if I am a grandson or granddaughter. Или если я внук или внучка. And granny has been doing this for years. И я знаю, что бабушка многие годы это делает. Peter says, if I forgive her up to 7 times. Петр говорит, вот если я ее 7 раз прощу. That's a lot, isn't it? Это же уже много. That would put me on the higher level of most people who are. По уровню я уже буду намного выше, намного лучше, чем остальные люди, которые столько не прощают. And Jesus answered. А Иисус Христос отвечает. 70 times 7. Неужели этот стих может подойти к этой бабушке? Мне кажется, что здесь нельзя сравнивать с тем. 70 раз прощать эту бабушку. Здесь, наверное, другой должен быть подход не прощения, а, наверное, отдать в руки Господа эту бабушку, чтобы он ее разумел, что это чисто обстоятельства, прекратить эти диски продавать. И побить бабки, да? Я помню. Well, why would I not forgive her? How do I avoid forgiving her? Почему это не имеет отношения к прощению? Как я могу избежать этой темы прощения по отношению к бабушке? Like she's been in major pain in the life of the family. Дело в том, что из-за ее поступков в семье большая проблема, большая боль. И она постоянно, она не перестает там быть. I'm saying at this point she hasn't stopped yet. Да, это я говорю, что она вот до сих пор это делает, то есть она не перестает это делать, не вразумляется. And she's still alive. И она все еще жива. И не дай бог умер муж. Кто умер? Нет, не дай бог умер муж. Да бабушка жива. А я должна ее простить. Вот как здесь быть? Then I would just have to forgive her for ruining the life of my husband. I think it's difficult at that point. I think it's difficult at the present moment. А я думаю, что и в таком случае, в гипотетическом, было бы очень трудно, но трудно даже и в сложившейся ситуации прощать. I tell you, kids know what's going on. А дети знают, что происходит, кто виноват. And they're going to try to do something about it. Естественно, они пытаются что-то сделать. So they're like 10 or 12 years of age, let's say 10 years of age. The grandchildren. То есть ее внуки или вот дети вот этого мужа, да, отца, а им 10-12 лет. And they're trying to get dad home. Они пытаются привести отца домой. Without stopping by grandmother. Или сделать так, чтобы он не останавливался по дороге домой к бабушке.
and it doesn't work. Однако ничего не получается. And then 10-year-old thinks it's their responsibility. И вот дети думают, что они виноваты во всем этом, что на них лежит вот ответственность за то, чтобы этого не произошло. And somehow they've not been able to correct the situation. То есть они чувствуют себя виноватыми из-за того, что не смогли исправить это положение, не смогли ничего сделать. And somebody dies. Если кто-то умирает, then we've got the issue of forgiving the people who died. То тогда, допустим, у нас еще проблема с тем, чтобы простить человека, который уже умер. For creating such a monstrous situation inside the family. Человек, допустим, сотворил такую ужасную ситуацию в семье, стал причиной всего, что происходит, а потом еще и умер. Приходится вот ему прощаться. Набрал кредитов, да, и... Sometimes somebody, for instance, took a lot of money, borrowed a lot of money, and died, and then the family has to pay everything. Yeah, my grandfather was an alcoholic. Вот мой дедушка был алкоголиком. He gambled. Он играл в азартные игры. He boxed. Boxing. Он занимался боксом. He created a huge amount of debt. У него был огромный долг. Committed suicide before I was born. И он покончил жизнь самоубийством еще до моего рождения. Well, I saw my father paying debts that he had created. Но я вот был свидетелем того, что отцу приходилось выплачивать те долги, которые у дедушки были. To clear the family name. Ради того, чтобы репутацию очистить, чтобы вот на семье не было этого позора. He's dead. Дедушка уже мертв давно. But it still impacts the family. Влияние и вот последствия остались на семье. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.